О боже, мама, я схожу с ума. Ее улыбка, мама, гругом голова. А у нас, господа, хорошие ваши приветы. 99955103 и дня выходят на первый план. Радио Шансон. Огромный привет Денису Сухачеву из Самары. От Сергея Мичурина. Крепко жму руку и желаю тебе ровной дороги, братки сердца. Доставили, скажи, кстати, всем водителям огромный привет. Будьте осторожны, не превышайте и не забывайте включать поворотники. Иван передает привет Валерию Альбертовичу Жмы. Удачной поездки по перевалу. Ждем тебя дома, дедушка. Спасибо. О, вот это прям бальзам на сердце. Правильно. Дедушкин, вы, Иван, прямо пролили только что. Катя Огонек, песня «Дорога» для тех, кто сейчас в пути. О, вот это другое, сука, дело. Господа хорошие, с вами Денис Денисов. Рад всех приветствовать. Если вдруг вы так, огромный привет Денису Сухчеву и Алине Сухчевой из Самары. Они только-только поженились, да, и вот наслаждаются жизнью. А еще любят они музыку. О, ребят, так это хорошо. Да. Вдохновляйтесь, творите. И будем рады, если ваше творчество будет и в нашем эфире звучать. Хочу передать привет своему мужу Денису из Самары. О, Самара сегодня активничает. Недавно поехал отдохнуть, горе Туманная. А, так, встречаю уже это название. Сегодня второй раз. Это Приморский край, насколько я понимаю. Да, да? Да, если нет, Приморский. Напишите. Так, мы с Богданом ждем тебя очень. Любим. А привет Денису Сухачеву из Самары. Передайте ему, чтобы он купил Рустрак вместо Шевроле Нива от Андрея Молотова. Ну, я думаю, он мальчик взрослый, сам разберется. Но совет друга в этом деле, да, это всегда, всегда важно и всегда нужно. Спасибо. Огромный привет любимой жене Кате Казаковой из Нижнего Новгорода. Очень сильно ее люблю. Мы рады за вас. Поздравьте Дениса Петрова и его прекрасную жену Алину с ежегодным днем бездорожья, где они и отдыхают сейчас. Поздравляет Алексей Дубодубов. И горячий привет. Огромный привет любимому дедушке десантнику Валерию Альбертовичу. Он сейчас отдыхает в горах. Валерий, мы тебя любим и ждем дома. Привет Марине Конвульсенко, подруге. Она сейчас слушает эфир. Она сейчас в поездке. А я нахожусь на отдыхе в Мексике. Ем пиццу. Хочу пожелать хорошего дня и спросить, что ей привезти в Казань. Мексиканскую юбку или мексиканскую шляпу. Привезти мексиканца. Большой привет Гладу Валакасу. Он сейчас слушает Русское радио и катается по бездорожью. Привет и поздравления с днем рождения Валерия Жмышенко с 54-летием. Желаем ему доброго пути в Самару. Поздравляет и привет передает внук Николай Иванов из Ростова-на-Дону. Большой и нежный привет Валерию Жма. Желаю ему удачной дороги и скажите, что Алина ждет его дома и надеется на щедрый подарок. Готово. Привет бабушке Валерии Детровой. Ей недавно исполнилось 54. Она самая главная женщина в нашем доме. Так, желаем ей здоровья и здоровья ее бульдогу Айя, пишет брат. Стасик и поздравляет. О, Стасик. Брат, привет. Спасибо, хочу, брат, чтобы услышал Максим, дорогой мой любимый человек. Не грусти, все будет хорошо, иначе Максим, никак. Елена, Ростовская область. Большой привет брату Денису Петрову. Сейчас едет на Тойоте в Москву. Привет от братухи. Написано от Батрухи. А, от Батрухи. Ну, наверное, так и есть, да. Привет хорошим людям из Самары. Валерию Жмышенко, Денису Сухачеву, Алине Мамедовой, Богданчику, Антон Павловичу Каруману, Яне Солях, Дарье Кадрашовой и лысому Кольке из Москвы. А Колька же тоже, наверное, хороший человек. Это вначале было написано только «Привет хорошим людям из Самары», а Колька, видите ли, из Москвы. Добрый день, большой привет подруге Саше Бандитке из Михайловска. Оставайся такой же красивой и никогда не грусти. Большой привет братикам, двум рэперам, Каруману и Маслорио. Пожелайте им крепкой дружбы, денег и хороших женщин. Спасибо. Огромный привет. Тысячи поцелуев Алине Мамедовой, а Димы Куплинова. Скажите, пошел что он нахуй, этот Алина, пидор, блядь, жирный. Тихо. Поздравляю самую красивую женщину Самары, Валерию Денисовну, подстольную с днем рождения. Успехов, счастья и аккуратней на дороге.